Также занимаемся мебелью в стиле лофт. Это будет столик журнальный. Профиль труба 40 на 40. Доска толщина 40. Размер его 60 на 60. Доску, то есть видите, наравне должно быть. Тут будут заглушки. Ну, все должно быть красиво. По плану было сперва вообще вот так сделать. Но это по-колхозному выглядит. Поэтому решил вот такие перекладины добавить и уже наравне с железом сделать. По-моему, должно получиться прикольно. Постепенно собрал столешницу. То есть доски 45-е. Внизу еще такие же будут. И завтра уже начну красить. Это столик поменьше. Сейчас буду шлифовать доску. Здесь выравнивать шлифмашинкой этой. Ну и уже потом начну красить. А нет, сперва просверлим, чтобы крепить вот эти снизу. Потом уже будем красить. Также просверлил профиль, чтобы вот шапка самореза туда утопала. То есть не торчала здесь. То есть туда встала. Сверлил в два этапа. Сперва тонким сверлом. Потом побольше. Сейчас буду закручивать лифовую поверхность. А сейчас доски уберу и уже обезжирю и буду красить. Вот покрасил один слой. Сейчас буду второй красить вот этим аппаратом. Достаточно хорошая штука. Так, ну вот, покрасил, вроде бы высохло как. Сейчас буду с помощью горелки вот такой газовой обжигать доску, потом пройду шкуркой, и будет такой коричневый оттенок. Ну и потом покроем лаком. А лак используется акриловый. Сейчас вот эту буду обжигать, потом эту. Сюда также есть специальные заглушки, то есть это так не останется. Обжигание. Такой цвет интересный. Сейчас нижнюю полку обожжу тоже, и уже можно закручивать. И этот стол готов. Цена вопроса 7500. Этот столик. По материалу у меня ушло на два столика 5000. Отдам за 13000. Когда все дело обжигается, готовый столик. По-моему, офигенно получился. Такой стильный видочек. Ценник его 7500. Вот доделал два стола на общую сумму 13000. Поедут они в Уфу, в барбершоп. Зону, где диван стоит и кресла. Вот заглушки, все как положено. Покрасил, нанес лак декоративный акриловый. Ну и все, в принципе, столик готовый. Наш столик.